Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию, умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Работа для этих людей вообще играет большую роль, поэтому промахи оцениваются тяжело вплоть до депрессии. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Если владельцам этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды, ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Люди с этим именем, несмотря на наличие гармонии, могут иметь и внутреннюю неуверенность в себе. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.